прям на этом видно. Вот, это трек, это же не гора. Это просто трек. Типа... Фонарики, все руками фонарики прикрыли, темно стало. И сейчас начинаем открывать... А у вас будут небольшие проблемы, потому что свет возвращается туда, откуда он, собственно, спущен. То есть, если фонарик около глаз... Всем привет! Я на Малидаке, я в палатке. Я не буду рассказывать вам про то, что я когда-то дожил до 32 лет и ни разу не спал в палатке, ни разу их не собирал, ничего такого вот у меня не было никогда в жизни. Так уж случилось. В общем, очень необычный опыт. Но это ладно. Этот выпуск про то, как я сбегал на Малидаке. А бегу я завтра, я пока еще не знаю, как я сбегал, поэтому вы все увидите в выпуске сами. В общем, мы очень классно поели только что, поужинали. Спасибо ребятам, которые были с нами, и это была классная паста, паста пати самостоятельного приготовления, потому что, оказывается, я не знал, но вот та местная паста пати, которая должна была быть, она была платная, и, ну, в общем, не знаю, что там было внутри, неважно, потому что мы сделали свою классную паста пати со соусом, с там барилла, вот это все, там тунцом шлифанули, печеньками заели, даже запили кофеечком немножко, немножко промокли и замерзли. Потому что трава сырая почему-то, но надеюсь, не помешает завтрашнему утру никак. Мы проснемся бодренькие, переоденемся стартовое, какие-то там вещи из машины принесем, поменяем, что-то переоденем, что-то придумаем и побежим. Я бегу 26 километров и 1200 метров набора высоты. Ожидаю, что меня ждет примерно то же самое, что я бегал в июле или там когда в июне около Елабуги. Там было 32 километра. Но набор был поменьше. Но здесь вроде бы все должно быть пожестче из-за набора. Посмотрим, как пойдет. Предвкушаю. Интересно, красиво, размеренно. Не собираюсь упарываться. Хочу пробежать это как длительную тренировку при подготовке к марафону моему сентябрьскому. Все. Короче, не знаю, как пройдет. Надеюсь, пройдет супер. Сейчас я в палатке и собираюсь спать. Первый раз в своей жизни в палатке. Наборчик стартовый должен быть хорошим. Давайте посмотрим, что там внутри. Короче, футболка. Я ее уже померил. Элька хорошая. Всегда беру на размеры больше, потому что, ну, в общем, не доверяю я всегда. Они маленькие, оказывается, поэтому чуть-чуть побольше. Хлебцы. Стартовый номер. Все понятно. Опа, мюсли. Слушай, а что это такое? А, это просто мюсли. Окей. Гранола. Окей. Так, блин. О, вот это класс. Бай. Батончик. Минус 10 спортмарафон. Что я там засветил промокод? Мальдай 22. Ну ладно, не секретный. Это что такое? О, Ахмат Ти, чаек. Нормально. Магнитик. Бесполезно. О, солевые капсулы. Вот это классная тема. О, открытка. Зачет. Окей. О, нифига себе, средство от вредной микро... вот это огонь. Я люблю такие всякие батончики, вот вкусняхи. Просто круто. Так, о, жрать так жрать. И, что это? Хумус? Так, я, если честно, хумус не ел ни разу, поэтому не знаю, что это такое. Все. Ну, в общем, достойно. Достойно, ребят. Моя коленка. Я не знаю, что это бывает.
тоже есть развилка. Там дистанции полумарафона и марафона разделяются. И на Матис, но... Где вы, Зеленчик? Единственное, где вы можете... Маня. Суматоха, еле-еле что-то все успели, на брифинг опоздали. Ладно, хоть переоделись. Я короче, надеюсь, все понятно, сейчас побежим. Будь что будет. Да, ничего не понятно, будь что будет. Осталось до старта 10 минут. Я бегу с беговым братюней Мишей. Вместе с ним побежим. По 150, пульс, такой план. С удовольствием послушаю ваши А в конце вопросы. Накатим. Желаю удачи. Удачи, давай, там, скандинавская ходьба, 5 километров, это серьезно, первый раз в жизни особенно, так что давайте, пусть у нас все получится, это я тебя дернул. Давайте, давай. Удачи. Так, давайте с самого начала спереди пускаем волну. 3-4, поехали! У вас минуту до старта, побейте свои мышки здесь. Тут хорошенечко, да, знаете, на трейлах работает все тело, это вам не шоссе. Слушайте, болельщики, готовьтесь сделать обратный отсчет вместе со мной, участники тоже. 6, 5, 4, 3, 2, 1, погнали! Хороший темп. Мы все вместе. Придем, да? Мы с собой. Да мы шашлык с собой взяли. Шампусик взяли, шашлык. Костер разведем. Да, мы всегда так бегаем. Такая трасса. Где-то 3 километра мы отбежали. Что, гонять легче-то и хочется. В этот раз не упарываемся на горочках. Спокойненько. Миш, что, как там чувствуешь? Хорошо. Вот, выдохнул. Идти хорошо. Идти хорошо, бежать сложнее. Жестко. Побежи новые тапки просто. Контролем. Он представился омега трейл раннером. Представился самый быстрый. Думаешь такой, блин, наверное, ты в конце плетешься. Все идут. Не, нормально. Все идут. Все хорошо. Наверное, да? Я думаю, мы главные же. Нет, это первое. Будет весело. Она с Малиной, мы туда сбегаем сразу. Вниз. Сереж, это надо только его эту постелить клеенку. О, веселье начинается. Прикольненько. Привет. Нормально, работаем. Вот, товарищ мой беговой. Мары побежали. Привет! Поддержки? Ой, какие красотки. Привет, красавцы. Между тем, очередной подъемчик уже на вот эту вот, на Кирель, 13-й километр.
будет. Что у нас сейчас? Так, так, 10.83 мы прошли. Час 14 в пути. 220 метров набора. Из 1200. Короче, самая жесть еще впереди. Так, ну мы как бы никуда не спешим. Вышли погулять? Вышли погулять. Все еще поднимаемся на первую высокую точку Хиреля. Вот. И топать нам еще ого-го. Бежать, я думаю, тут немножко бессмысленно. Поднялись, что ли? Тут пока видов никаких не видно. Красиво. Но где-то они должны быть. Началась неожиданность. Фу. А, нафиг надо вырубать, короче. Фу. Так, куда? Туда? Ага, все туда. Еще наверх. А что ползем. Ой, что-то я куда-то не туда попер. Остановимся, подумаем о жизни. Фух. Ой, красотища. Ладно. Ползем дальше. О, хорошо. Вот это забрались. Все, домой. Где фотограф? Да вот, сейчас. Сейчас я вам покажу. Ух ты, ё-моё. Были где-то там на горе. Вот это красота. Олюшка поле. Кукурузник атакует. На спуске. Че, нормально. Скользнулся немножко нога. Последний пункт питания на 18-м километре. Ты так далеко и так близко одновременно. Сейчас наполним резервуарчики. Выпьем все, выжрем и на гору. Олимпийский, я тебя не слышу! Вот я по столик. Не, огурцы соленые очень хорошо зашли. Чего там? Вообще. А червячок как? Червячок, ну сладенький такой, мармеладный. Тоже нормально. Огурца, да, нормально. Кола изотоник, все как обычно. Колу-то еще? Я колу же местная кола, не кола. Да? Реально? Кстати, кстати, вообще не отличить. Ну, я, да? Я пил, я думал, ну кола как кола, реально. Импортозамещение вот там. Фу, ну все. На гору. Опять Курумник. Фу. Да, вот так вот. И туда, наверх. Стопать, стопать. Коров зовут на водопой. Надеемся, что это конец Курумника. И мы на вершине. Но оно может быть вообще не так. О, хорошая поддержка. Все. Все, вниз. Всем спасибо. Побежали. Последние 4 км. Так. Мы никуда не торопимся. Очень красиво. Вас может быть. Не, мы как-нибудь сами, наверное. Ничего страшного. Фух. Бежишь вот так вот вниз. И все поддерживают, кто хайком вверх идет. Занимается хайком. Поднимается. Хайком. Короче. А, все. В общем. Спускаться тоже нелегко, но ребят, которые встречаются,
или те, которые уже отбегали с прошлого дня, просто гуляют здесь с семьями, поддерживают. Очень классно. Осталось километр. Вот, но бежать все равно нелегко, потому что постоянно нужно тормозить. Мышцы уже все. Опа! Главное, заднюю не потянуть тут. Все, понеслась. Ой, наконец-то. Бери. Да-да-да. Илья, бери. Вообще очень опасно на самом деле. Да, да, там за мной бежала девочка, упала, но ее там мужик подобрал, который за ней был. Я ногу подвернул, сильно причем тоже. Ну, то есть так подвернул, но как бы нормально побежал дальше. Ну, что такое? А потом еще упал. Я только на курумнике упал. Я поскользнулся, там то ли мох, то ли что, и как бы я так поехал. Один за одним. Меня можно в монитор? Это май. Таксины еще больше не платите нам, незачем ехать, мы гуляем, а еще больше можно. В этот раз пожрать мы не пропустим. Вас отмечу. Давайте. Пока гречечка, через минут 15 еще за супчиком, ладно? Хорошо. Чем кормят? Суп не дают? Ага, реча. Ага, чай. Хамбуча мы уже выпили. Водичка. Еще суп обещали, но сказали через 15 минут. Папа забрал воду. Я пойду в тенек, вон там лягу. Не могу.